Нет. Так, короче, я не помню, как канал называется. Скажу. Так, все. Я иду по Москву, короче, я гуляю. Короче. Называется я и ёлка. Да, в воде. Я и куст. Так, собака. Сейчас я ее сниму. Это короче. Я из дерева. Давай. Я около речки. Ты верни природу, скажи. Я не знаю, очень интересно смотреть на речку. А давайте туда пойдем. А там нет, там ничего нет, кроме этой. Ну, туда. То же самое. Ты пофиг. Ну, пошли. О. Сейчас. Так. О, птички летят. О, смородина, да? Нет. А что это? Какие-то непонятные ягодцы. Короче, я вот так. Не беги, Али. Я не бегу. Трава. Очень классно на нее смотреть. Вообще топ. Еще нету, но слава богу. Меня никто не покусает. У меня. Знаешь, такой, без меня гулять будете? Ну давайте, ты такая, я сеток. Да дальше уже все, куда, обратно. Короче, сейчас, а давайте... Нет, блин. Давайте мы туда не пойдем. А как вниз давай. Пойти? Нет, нельзя. Друга, блин, нету. Да там нет. Первый день лет вообще-то. Так, ну короче, смотрите, корабль. Вот. Алина. Смотрите, короче, они там, а я здесь. Сейчас.
Короче, спрыгнула. Ой, опасная штука. Так, уж. Итак, я иду. Я иду, вон дерево, короче. Трава очень интересная. Я не знаю, что это. Я буду, короче, я раскручусь. Вот, всё. Короче, скиньте, пожалуйста, 100 рублей. Я подпишу тебя. Я тоже не знаю. Я уже камера. Очень интересно. Я случайно остановила. Вот собачки там вблизи. Сейчас я сделаю, чтобы было поближе. Ой, видите? Сейчас я подойду поближе. Вот. Смотрите, какая маленькая, прикольная собачка. Очень весело. Ну, смотри, какая собачка прикольная. Ну, я хочу здесь ходить. Я буду писать. Ой, я вспомнила. Я покажу тебе Питер, покажу тебе лето. Я нарисовал птицу. Короче. Я буду ее себя сейчас прикрывать. Йоу. О, еще собачки, смотрите, какие. Сейчас. Смотрите, так. Давайте я первым. Смотрите. Вот. Вот так. Короче. Я иду, я не знаю, куда мне идти. Классно вообще. Короче. Я просто хожу, а я так и не знаю, куда я гожу. Я хожу, куда я беру, короче. Итак, так, я не знаю, что делать. Короче, ну вот, все увидели. Сейчас я себя буду показывать. Там, короче, прикольные собаки. Я случайно останавливаю. Ого. Смотри, новую площадку построили. Я где туда найду? Ок. Так, короче, я вообще не понимаю, что это делать. Я просто попросила сюда. Май! Стоп! Это моя сестра сейчас залезет. Ну давай, тут... Станция вокзал. Поезд не едет. Что? Поезд не едет. Я ничего не забыла. Поезд не едет. Yeah.
Я сейчас пойду, я вам говорю. Я сейчас, наверное, упаду. Ютубер сейчас вы. Короче, 10 подписчиков. На 10 подписчиков. У меня будет видео с мамой. Поняли? Она 20 подписчиков. Через 24 часа. Вот так. Короче, и с моим видео лучше делать погромче звук. Я просто сейчас. Это новая площадка. Нет, она из другого класса, короче, он очень тупой. Я ему советую лучше умереть, он потому что я его ненавижу, у меня потом фактор. Раскачивайся. Йоу. Всё, я её повернула. Я ютубер. Сделайте звук погромче и подписывайтесь. Я, короче, сейчас. Я хочу раскачаться. Сегодня раскачалась. Что, будем прыгать сейчас? Уже я прыгнула, короче. Я не знаю. Типа. Еще 10. Ай, больно. Больно, это не интересно. Что делать, понятно? Что я, короче, покажу, чтобы меня поснимали? Я не буду. Я что-то не буду. Короче, я хочу. Не помню. Давайте, короче. Крутой паркур, короче. Что я сразу делать? Я понял. Я не вижу просто что-то. Так. Боже. Да, короче. Ради вашей подписки. Не, ради вашего лайка. Я всегда лучше говорила. Есть стол. Сейчас, короче, попрошу, чтобы меня поснимали. Сейчас. Мне надо обойти. Сейчас. Секунду. У собака. Сейчас буду просить, чтобы меня поснимали. Да, все, меня снимают. Thank you.
Да, да. Перевернула просто, не останавливала? Нет. Не снимай шапку, одень. Не, Алин, так не надо. Так и так скроешь. Что? Ладно, короче, кофе. Сейчас. Ты не хочешь кофе? А ты на май, на той. Я сейчас пойду. Жесткий пон, короче. Итак, короче, я буду паркурить. Блин, а как мне это? Я не слышу. Я упала. Я упала. Я еще. Смотрите, что там. Что происходит? Короче, кто не понимает, я очень сильно отскочила. У меня уже кружится голова. Я сейчас пойду наверх. Здесь, короче, видные бравлеры. Ломай. И эти видные бравлеры, короче. Эти видные бравлеры, короче, ломают. Классно. А я что делаю? Я не знаю. Как я не могу?
я... Давай, Гей. Стоп. Стоп, транспортментов. Я не найду, короче. Я ничего не понимаю, не буду понимать. Я все черная. Я сейчас, короче. Сейчас, давайте, сейчас, секунду, минус телефон. Короче. Она, короче, на голова. Я сейчас буду поднимать этих людей в лапочку. Извините, цветочки. Короче, это вам. Извини тебе. Ну ладно. Это я просто. Пошла, пошла. Женщина зашла. Она с ребенком еще, у нее ребенок. Да, она не ребенок. Я просто побуклавал, вообще не удивлял. Ты просто снимай видео на YouTube, просто. Короче, в понедельник поедем. Отпрошу тебя. Ну, в понедельник. Ну, 19 число, так твой день рождения есть, так и поедем в это число. Короче, мам, на 10 подписчиков видео с тобой. Хорошо. А на 20 подписчиков видео 24 часа. Что значит? Ну, 24 часа, это, к примеру, смотри. Вот, например, 24 часа в своей комнате. Так, и я из нее просто не должна выходить. Типа, мне есть 5 минут, чтобы набрать всяких штук, чтобы я там смогла провести целый день и целую ночь, и вот так. А ты думаешь, серьезно так снимают? Они камеры останавливают, делают свои дела, а потом опять включают, типа, они опять в машине. Ты что, Алина? Снимаешь, и потом пошла свои дела, поделала, зашла, эфир, опять блин, сняла. Да. А почему у меня Китай тогда ночь наступает? Ну, правильно. Ты ночью тоже включаешь и снимаешь. Сняла за ночь себе несколько коротких видосов. Ты за несколько время... вечеров свет выключила, сняла, там, как будто за 3 вечера. Да, время 5 часов, там, допустим, 2 часа ночи, там, хоп. А снимаешь, что в 9, когда темно показываешь, что хоп, выключила. Потом это просто смонтировать надо. Вот монтаж самый такой. Предлагаю поехать домой. Блин, мам, ну зачем ты это на камеру сказала? Блин, ты так много пукаешь по ночам, ужас, блин. Конечно, обязательно. Придет обрезать, да? Ничего я не буду обрезать. Так воды надо в школу взять, надо. А я пить хочу. Ну, вон, пойдем с канала. Попьем. Пошли, поехали. Попьешь. Пошли с канала, дам водичку тебе сейчас. Зачем? От меня ушли все. Господи, они уже далеко, я их не вижу. Блин, я их не вижу, они очень далеко ушли. Без меня. Пожалейте меня. Или наберите 1 миллион подписчиков, я буду по 100 рублей зарабатывать. Я не буду. Он ее хочет. Мне главное, я хочу, чтобы меня убивали. Я их догнал, я два метра бежала. Да? Встала?
хочу. Не бить хочу. Купите мне попить. Ребят, скиньте мне день шоколада. У меня два ляма с языком. Грязи поваляем. Я пить хочу. Пипец. Так, а мы идем в машину уже. Мы очень рядом. Вот так надо снимать, смотри. Себя вот так. Не урони телефон, вот так, сама платить за него будет. Высоко надо. Всем привет! А не вот так, где твой второй подбородок или десятого складывается в гармошку. Здравствуйте. Вот так, мам? Алина блогер, не так снимает. Сидит вот так, руку держит и снимает. А люди... Ну не вот так, когда у тебя весит 55 подбородков внизу. Вот так. А люди... Сейчас. Покажи! Мам, покажи как. Вот так? Вот так. Мама в Ютубе. Проверим на листик. Меня сейчас забудут? Нет. Ну залезай, Али. Я пить хочу. Пить. Снимай. Пить хочу. Ну я пить хочу. Нет, я не потерплю. Я пить хочу. Мне купили воду наконец-таки. Мне кажется, Саш, тебя джинсы цепить вообще. Да что, мне ж не пойду спортивную. Да нет, конечно. Брюках я не хочу. А тебе брюки-то что тебе? Что за брюки тебе? А джинсы какого размера должны быть? Не знаю, подберем, ушивать, иначе в шпине пойдем делать, блядь. Что делать? Ну, поеду, блядь, к Марине, попрошу. Где надо, подошьет, подрежет, помешает. Я видел этот джихан. Ну и так, мы около ТЦ города. Я не знаю, нет, мы возле парка. Да, мы около парка и около этого ТЦ. Мы не около города, а около этого, как называется? Около этого спорта. Что это называется? Да, молоко СССР, короче. Ну, в Рио джинсовых таких. Я что-то не вот это, если только... И джинтем есть, наверное, джинсы. 5 кармонов, там цены такие, блин, что вообще не хочется, честно, джинсы. И не такие, знаешь, это... Не знаю, как по мне, турецкие хорошие. А вот турецкие на садоводе, да, это тема. Они тоже стоят. Ну, они хорошие. Будут стоить, да. Но они хоть модные будут, там, Саша. Да, там будут хорошие. Они вот это а-ля, блядь, я из 80-х годов еще. Надо просто проехать, прогуляться, посмотреть, как здесь еще кто-то ценит. Это просто прицениться, померить хотя бы. Какой у тебя размер спортивный? Ну короче, всем пока! Подпишите!